Поиграем. Постараюсь проскользнуть незаметно. Thank you.
О, да. Генерал Фарид? Али! Никто тебе не поможет. Ты один. Где Хасан Аль-Юсеф? Сдохни, собака! У меня нет времени. Где твой командир? Ты его не найдешь. Где он? Не знаю. Он так и не приехал. Это он? Не знаю этого человека. Не лги мне, Фарид. Я умру мучеником и вознесусь к Аллаху, а ты попадешь в ад. Ты сдохнешь, как последняя скотина. Где твой босс? Он не приехал. 15 лет назад ты продал винтовку Драгунова человеку по прозвищу Дракос. Как его настоящее имя? Умри! Говори, подонок. Аллах Акбар! Он почти ничего не сказал. Но теперь я знаю, что Аль-Юсеф не приехал навстречу. Надо выбираться. Вайс? Фарид мертв. У тебя какие новости? Насчет твоего Дракоса. Скорее всего, это Эмилио Эрнандес да Сильва. Сейчас он начальник кубинской военной контрразведки. У него есть дизельная подводная лодка. На ней он контрабандой возит оружие. Сейчас лодка на ремонте в Аргентине. Что еще?
Бортовой компьютер лодки хранит сведения обо всех маршрутах плавания. Отлично. В него можно проникнуть? Я узнаю тип лодки. Мой человек даст тебе устройство для взлома компьютера. Понял. Сюда прибежит охрана. Надо торопиться. Не оборачивайся. Я должен кое-что забрать. Майк меня предупредил, но есть проблема. Что за проблема? Я забрал устройство еще в день прибытия подлодки. Но на выходе всех обыскивали. Пришлось спрятать его на территории порта. Тебе нужно забрать устройство, а потом найти бортовой компьютер. Где ты его спрятал? В красном грузовом контейнере. Могу показать на карте. Контейнеры все время передвигают с места на место. Точно не знаю, где он сейчас. Поищи в этом районе. Смотри. Кстати, никаких арабов я в порту не видел. Компьютер в корме лодки. Сухопутные крысы, говорят, в хвосте. Он в маленькой комнате. На двери электронный замок. Тебе нужно будет ввести код. У меня его нет, но сегодня там работают инженеры. Если как следует попросишь, они все тебе расскажут. Спасибо.
Территория охраняется. Нельзя попадаться на глаза солдатам. Огонь!
Не светит.